Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу показать вам обзор на наушники Криста, которые я приобрела вот в таком вот сезонном приложении каталогом 14-15 2015 года Avon. Так вот выглядит сама брошюрка, модные акценты. Вот вышивка, сделана в виде снежинки. В них можно слушать музыку или носить их просто как стильный аксессуар. Материалы: акрил, полиэстер, ABS, пластик. Такие вот размеры. Они имеют съемный провод и штекер для подключения к аудиоустройству. Стоили они 499 рублей. Пришли они мне только в 15-м, поэтому сейчас вам я покажу на них обзорчик. Вот в таком вот пришли они пакетике. Пакетик был очень хорошо запакован, нигде ничего не порвалось. Все было аккуратненько сделано. Вот тут, как всегда, написано на всех языках. Наушники Криста, ободок 100% акрил, сами наушники 73% акрил, 24% полиэстер, 3% мод акрил и, конечно же, это Китай. Внутри в пакетике лежали вот такие вот две бумажки. Вторая бумажка. Тут вот написано, как нужно ухаживать за наушниками. Тоже входило в комплект. Такой вот провод шел. Он лежал отдельно, был не подсоединен к самим наушникам. Я его уже подсоединила, конечно же, проверила, работают они или нет. Вот здесь вот на одной вот ушке есть внизу вот такая вот дырочка, куда вставляется сам провод. Такой вот он длины, достаточно нормальный такой, он не короткий, он и не длинный. Хорошо, можно положить телефон в сумочку, все нормально дотянется. И второй конец провода подсоединяется к самому устройству, к мобильному телефону или к плееру, там к чему хотите. Здесь они такие мягенькие, пушистенькие, тепленькие, беленькие. Очень мне понравился материал, он такой пушистый. На обратной стороне вот такая вот красивая вязка. Это вот такая вот снежиночка сделана. Очень красивый новогодний стиль. Мне очень понравилось. Они хорошо пойдут также на подарок. Можно их подарить кому-то на Новый год. Либо подарить себе. Тоже, мне кажется, будет очень приятно в Новый год послушать в них музычку. Тут вот бирочка. Где сделано. И сама вот такая вот дуга. Регулируются они вот только вот
с одной стороны. Здесь вот, если потрогать, можно почувствовать немножко небольшой бугорок. И на щелчок раз, и вот так вот обратно два. Они чуть-чуть немножко увеличиваются и уменьшаются. Очень красивые, по звучанию тоже очень хорошие, звучание нормальное, как раз они на оптимальном звучании для прослушивания, ну, чтобы для ваших ушек было не слишком громко и не слишком тихо. Вот такие вот наушнички были. Такой вот был небольшой обзор. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Ждите следующее видео. Мы с вами скоро увидимся. Candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather round the table, we'll give you a treat. The people need to play with the lot to see. And while we are playing, candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of